Ребята, вот такая весть пришла. Вот откуда мы вернулись. Склад в Тарасовке с белыми колоннами дом, к сожалению, взорвали сегодня. Если кто-то не успел получить свои посылки, вы уж простите. Мы что могли делали, привезли, передали. Ребята, которые там были, погибли в этом складе. Я думаю, что потому что они там закрыты внутри. Царство небесное. Вот такие вот сведения. Вчера привезли, сегодня уехали, сегодня он уже взорвался. То есть так же и мы могли там подорваться, не знали когда чего. Очень печально, ребята.